TurboXCamp – лучший сайт для покупки робоксов для тебя и твоих друзей. Проверенный сайт с выгодным курсом и приходом робоксов моментально. Также помни, что данный сайт проводит розыгрыши в Дискорде и в своей группе ВКонтакте. А также помни, что у сайта настоящий домен лишь один – rbx.camp. Друзья, огромный привет, Ос, обнова официально вышла, и, короче, оказывается, у меня там свой код опять, что ли? Ну, блин, интересно, не ожидал. Ну, посмотрим, короче. В общем, тут исправили все баги, новая обнова, портал даже, ё-моё, пошли смотреть. Чё-нибудь, вы добавили у Чёрного Медведя квесты? Не, пока не добавили. Ну ладно, давайте возьмем квесты Медведя. Сразу же начинаем, потому что вот. Так, ну что ж, берем квесты. Ох ты, красота, да, помните, я вам показывал это. То есть взяли квесты. Друзья, что бы хотелось вам сказать. Тут это только первая часть обновления, сразу говорю. То есть это вообще нормально. О, теперь не дают триллионы денег. Ну, понятно. Для этого давали триллионы денег. Понял? Вот. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь еще есть у нас такого интересненького. Так, полетели. У меня на обнову, кстати, заготовлено было много меда. Ну вот, почти 200 лямов, как бы, нормально. Посмотрим, хватит ли мне этого. Или не хватит. Так, что-то новенького у нас. Как вообще порталы работают, не знаю, надо разобраться. Посмотрим, что у нас вместо миксера теперь. Так, ну что ж, полетели, что-то у меня этот нос немнемного прочихал, ну ладно. В 20-ю локацию больше всего интересно здесь увидеть, вам показать новенькое. Так, готовы? Готовы, да? И, опа, ну нифига тут, да? Чекай, новый медведь, ты кто? Это кто такой вообще, кстати? Black Bear, оу, нифига. Новые квесты, шикарно. Так, вот у нас магазинчик, Diamond Tech 150 лямов, то есть тут еду можно покупать. Прикольненько. О, ух ты, что это? Карамель ботл. Новая вещь, кстати. Давайте купим, посмотрим, что она дает. Плюс один карамель ботл. Дает вот. Player Move Speed и 1.5 B Speed. Неплохо, неплохо. Так, в промагазинчике что-нибудь новенькое есть? О, друзья, вот как и говорил, крылышки. Давайте посмотрите, сколько они стоят. 7.5 миллионов, ну да, как и говорил. А, они даже бусты дают. Офигеть. Ну, крылышки у меня есть. Классные, ребят, классные крылышки, покупайте. Есть и дешевые крылышки, конечно же, тоже можете купить. Так, что здесь нужно, 16 написано. А, нифига, порталы рабочие. Нормально. А в обратную сторону можно? Или как? Подожди, смеха ради. Нет, так в обратную нельзя. Но с другой стороны, это получается тебя тупо спалить, телепортируют побыстрее до, ну, до сдачи меда. Неплохо. Так. Дальше. Что-то меня стопов воздвинули. Уже миллиард ввели. А чё, как они так быстро? X-World. Что? Ладно. Хотелось бы вам рассказать, что вышли новые коды. Поэтому вот. 2 минуты видос только. Феникс Саммер. Интересно, что этот код даст. Ехать. По фану, наверное, кодик. Такой вот. А, что это? Саппорт? X2 Полин? Нифига. Так. Котейл Филд Буст. Кстати, прикольный кодик. То есть, нормально. А остальные кодики, друзья, я вам покажу просто, но вводить не буду, потому что надо узнать, что они дают. Вот такой вот. Present from Dog. Все будут в описании. Hype for BG Update. Без Journey Update. То есть, вот такой вот. Потом, 1000 фаворитов. Вот 1000 фаворитов, наверное, жесткий код будет. Но я вводить его пока не буду. Так, Group 2K. Тоже будет, думаю, нормальный. Потом, iChaos 1B. Такой вот кодик у нас интересный. Summer Vibe, код, который был по фану в трейлере. Давайте посмотрим, что он даст. Ух ты. А он нам дает, кстати, тоже неплохие штучки. Вот сейчас именно летние коды покажу. Столько визитов тоже, думаю, вот такой код будет офигенным. Все это, ну вот новые коды, друзья, можете вводить и, как говорится, кайфовать. Потому что данные коды вам помогут в фарме, в прокачке и во всем. Так что вот такие дела. Ну все, друзья, приятной игры в Безджорни, зовите друзей, скидывайте ссылку на игру, всех призывайте играть, потому что сейчас топово очень. И уже играет 121 человек, обалдеть просто. Видимо, обновление очень-очень ждали. Ну, как говорится, вы его дождались. Играет Froggy King, играет Roxel и играет Singdop, и также Monage. Это все у меня в друзьях, кто сейчас играет. Ну, там кто-то на ипках еще, думаю. Ну вот и все, получайте бейджики, выполняйте новые квесты, а мне надо в ГУМ. Просто я дома сегодня ГУМ больше делал. Но тут тоже надо прогуляться, там, продышать воздухом.
В общем, птички послушать, в общем, покайфовать пойти. А этот видосик, надеюсь, вы досмотрели до конца, поэтому благодарю вас за просмотр. И ставьте лайк. Кстати, заметил, сейчас мне комментарии написали про Без Хистори. Про него знаю, с разработчиком вчера общались, просто по фану. Ну, там как бы Без Хистори уже так, ну, не обновляют, поэтому мне этот больше нравится. Ну все, увидимся в новых видео, друзья. Подписывайтесь на канал, не пропускайте коды и кайфуйте. Скоро вам еще кое-что интересное расскажу и сниму. До скорых встреч и всего наилучшего. Давайте.